Открывая совещание, глава курорта Сергей Сергеев отметил, что по итогам прошедшего года ответственные службы с поставленными задачами в целом справились. Однако не обошлось и без аварийных ситуаций. В качестве примера Сергеев привел июльский дефицит водоснабжения. Директор Анапского водоканала пояснил, что сделано для неповторения подобного. Сейчас принят ряд мер, ведутся и сегодня работы, и до этого велись работы по недопущению в будущем таких ситуаций. Если конкретизировать, то, например, на очистных сооружениях водопровода нам сейчас меняется 4 насосных агрегата. Если сказать, чтобы понимание было, что мы работали тем летом на 4 насосах, из 4 работало 4. Теперь из 4 насосов мы новые, когда установим, будем 3, то есть один у нас будет резервный еще. Километр водопровода мы меняем диаметром 500 мм между Нижней Гастогайкой и Виноградным поселком. Сейчас тоже ведутся эти работы. Ряд мероприятий по городу был принят. Немножко изменена схема водоснабжения, чтобы третий микрорайон у нас не страдал в летний период, когда становимся мы на подбор воды. Еще одна проблема – трансформаторные подстанции, которые выгорали, не выдерживая пика напряжения. В случае, например, со злополучным проездом белорусским, это обусловлено тем, что здешние самострои, введенные в эксплуатацию по суду, требовали энергии больше, чем смогла позволить себе ТП. Позиция главы Анапы в отношении бизнеса по данному вопросу такова. Получил прибыль от реализации этих земельных участков, уходят в сторону. Требования наши. Вода. Электричество, дорога, в идеале газ и канализация. Тогда я буду считать, что бизнес с нами работает в открытую, по-порядочному. А когда продали голые участки, а потом люди обращаются к нам с требованием, а где наша дорога, а почему у нас 120 вольт напряжения, а почему у нас нет воды совершенно, мы пользуемся скважинами, в Цибанабалке есть такие факты. И еще ряд, это все относится к чрезвычайным ситуациям, дорогие друзья, которые мы сами порождаем и потом героически преодолеваем те сложности, которые мы создали. Первоочередная задача на 2016 год – бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, обозначил главное направление в работе всех участников комиссии Сергей Сергеев. У нас довольно профессиональные подразделения, и Кубань-Спас, дислоцирующийся у нас, и подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они оснащены. О комплексе работ, проведенных в 2015 году и планах на 2016, доложил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков. Было отмечено, что комплексную краевую проверку ПГО и ЧС наш муниципалитет прошел практически без замечаний. Это высокая оценка всей проведенной в Анапе работы по безопасности. О планах работы на Новый год доложили руководители всех ответственных за безопасность служб.